Короче, народ, я просто с каким-то чудом забрал телефон. Я убежал очень далеко, потом смотрю, они что-то в камеру начали что-то тыкать и ушли. Я смотрю, телефон на мне был виден, потому что телефон лежит. Я подошел, забрал телефон, быстро отбежал и смотрю, но они сейчас все нормально сидят. Сейчас давайте подойдем, спросим, что это такое. Вот эти очки, они были, они, короче, валялись вон возле этого дерева. Как вы, ребятушки? Плохо. Я им говорил их не одевать? Ты первый начал. Я им говорил их не одевать? Так это я, а зачем вы все их надели? Ну я тебя поддержать, я думал, что ты врешь. Чего я должен был врать тебе? Не знаю. Я верила, я думала потом то, что все врут, и решила попробовать. Ребят, вывод один, что, блин, не одевайте просто такие очки. Если не, вы, на если вы нашли чужую вещь, не трогайте. Особенно на кладбище. Нельзя подбирать. Вообще не трогайте вещи. Народ, реально, просто вот... Потом просто опять пересмотрите наших... Поднимите другое, вы богаче не станете. Да. Просто пересмотрите и посмотрите, что с нами творилось. Вообще ничего не поднимайте с пола. Это что-то было нечто просто. Тем более с такими записками, как у Димы. Да. Написано было, не трогайте. Ой. Жесть. Знаете, это наоборот, как будто у нас как... Как-то хотели, точнее, ну не нас, а Диму как-то хотели заманить, типа, и написали... Да ты их нашел еще раз? Не, возле подъезда они лежали. И написали, по-любому... типа, не одевайся, там ослепнешь из этих очков. Это кто-то знал, что ты именно подъезжаешь. Да, мне тоже так кажется. Нет, мне кажется... Что? История была у подруги, она тоже когда-то нашла на полу какую-то шапку. Но она сама по себе из бедной семьи была, ей была зима, ей было очень холодно, она нашла шапку, но при этом, ну... На шапке была какая-то черная нить, которую она заметила не сразу, в итоге она одела, и у нее проблемы потом с головой были. У нее очень сильно болела голова, ей пришлось проходить курс лечения. Как оказалось, там была иголка из черной ниткой. Это очень плохо. А еще мне недавно по двери подкинули иголку с черной ниткой. Это тебе? Было очень... Да. Вот, народ, вывод, ничего никогда в жизни не поднимайте. Может... Вот вы видите, пропустите. Правильно Витя сказал, вы богаче не станете. Ничего никогда в жизни нельзя делать поспешными выводами. Надо сначала 100 раз подумать и потом принимать решение. Это еще хорошо, что все так случилось. Вы знаете, что в голове было? Это просто капец. Да. Я даже такой на камеру не хочу говорить, что было в голове. Я даже не увидела, это капец. Там хотелось просто крякнуть. Собаку ежиком. Собака ежиком. Драконы летали, ребят. Драконы. Как это называется? Это сотовая связь. Да, вот да, там. Ребят, вы были, чтобы вы понимали, какими-то зомби-драконами, которые хотели меня съесть, напасть на меня. Я пытался от вас отрываться, но вы типа вообще с другого мира прилетели и хотели... Я не знаю, как это передать, ребят. Это... Да нет, все нормально. Вы там ничего не собираетесь там задумать? Нет, мы вы так перещепчиваетесь. Аня, что еще тебе оказалось? Ну, все расплывалось очень сильно. И были, знаешь, типа, будто бы новые цвета какие-то открылись для меня. Я смотрю, когда я одеваю эти очки, ну, прошло там буквально там секунд 20, и тут я забыла собаку. Собакин. Иди сюда. Серьезно. Собакин пришел. Это ковтухи. Ковтухи. Это будто бы, знаете, мир вообще другим красным заиграл. О, это собака, которую мы за ежика приняли. О, да. Я не помню ее вообще. Я помню, была такая собака, я одуплилась, я ее видела еще. У меня голова очень сильно. Ребят, сейчас так башка трещит, это вообще просто. Да. Фу, предлагаю пройтись. Нет, это все хорошо. Нет, слушай, ну надо же потом рассказать, что у каждого творилось в голове. Я не знаю, я вообще нифигашеньки не помню. Вообще, что было. Я просто помню, что я бегала от Ани, чтобы она не забрала мне очки и все дальше. Я просто нифига не помню, что было. Первый у тебя что было? Я половину не помню, я помню, именно у меня такие картинки были. Прям фантазия хорошо начала работать. Там я видела эльфовую башню, когда они втроем сидели, я думала, это... Да, я тоже Париж видел, вот когда да. Лера сказала про Париж. Да, кстати, я помню, что мы в Париже были. А мы реально были в Париже. А когда мы успели там быть? Я же говорю, почему когда вот это дело... Извини. Такое сильное самовнушение было, это капец. Я же говорю, такая, как это мы так быстро телепортировались? У меня левый бок головы болит, это просто. Не, кстати, у меня голова сейчас уже не болит. У меня болит. У меня таблетки болели. Такого вы, ребята, намутили. У меня сейчас глаза тоже болят, это хотят выпрыгнуть. Это не мы намутили, это ты намутил. Ну я вам говорил не одевать, так что это вывод. Зачем ты их вообще мне подобрал? Подожди. Подбирать. Сам вообще их хотел. Какие у вас были ощущения?
Я вот в чем прикол, у меня такое было реально впервые. Я смотрю, я одеваю эти очки, вроде все нормально. Потом, ну, может, минута, ну, может, секунд 30-40. У всех это было. У меня просто краски меняются в другом. Я помню, то, что сказал, то, что у Дарины какая-то желтая, чья оранжевая куртка с узором. Увидел какие-то ботинки серо-буро-малиновые. И потом я просто, когда снял очки, уже после. Нет, вообще, что сначала? А, я же отключился, вот. Я отключился, я вот так лежу. И у меня просто сразу становится все на места. Я вообще все смутно даже как-то помню. Вот, ну, как будто что-то память. Да, да, но я путаю чуть-чуть, что происходило. Мы все друг друга путали. Мы каждый... Мне подарил $100. Ты их просрал, что ли? А ты не помнишь? Дал? Нет, ты потратил, ты пошел, разменял и потратил деньги все. Реально? Да. Так сколько ты мне? 100? 200? 200 он тебе дал. Я же тебе еще с днем рождения тогда поздравил, $100. А, все, я помню. Все. Только рубль что-то остался, ну ладно. Короче, вывод в том, то, что тут эти очки надевать вообще ни в коем случае нельзя. Да вообще любые, если надеть на вообще. Дима, и сейчас такой... Не, ну, ребят, если вот честным быть, то в каких-то планах это даже хорошо, что мы потеряли память. Да. Дима. Ты придурок? Ну ты баран. Ты больной? Ты чего? Все хорошо. Дим, ты придурок? Люди ходят. Да зачем? Ребят, он идиот, он такой идиот. Я полностью согласна. Наша песня хороша, но... Я просто хочу проверить, может, второй... Оно, мне кажется, хочет проверить, говорит. Ты первый раз уже не... Не пил? Ты уже первый раз проверил. И что? Ну, второй раз... И чем это закончилось? Ну, это первый раз, а второй раз точно не действует. Ага. 100%. Это вы просмотрите. Дима, сними их нафиг вообще, блин. Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Что ты мне идешь? Зачем ты это делаешь? Один раз. Ты подходишь, ты... Вторую замочил. Ты неадекватный? Не бей, не бей, не бей, не бей. Все, прости. Ой. Успокоился. Все, успокоился. Нормально? Успокоился. Зачем ты ходил? Прикол, мы когда с тобой на лавочке что-то были, ты меня запрыгивал, я себе занозу заканала. И я что-то так вот трогаю пальцы и поймешь, что у меня очень сильно болит палец. Это уже зависимость какая-то от этих очков, я их тоже хочу одеть, ребят. Не трогай. Я его держу, блин, пошли в больницу, ребят, в больницу. Есть знакомая... Да, отпусти. Не отпущу тебя. Честно, все, тихо. Очки снял. Тихо, нет, успокойтесь. Очки сними, Дима. Я все понимаю, что происходит. Что ты понимаешь? Тебе сейчас опять плохо будет. Все, я все нормально. Успокойтесь. Точно? Да, все хорошо. Дарина, отойди. Ань, иди сюда уже. Ты что, блин, на голову? Я вот, рядом с тобой стою. Ань, не успокойся. Я не дебил? Ань, успокойся. Дима! Паш, все. Это какой Паш? Убежал. Ё-моё. Будем бежать. Мы его хрен догоним. Ребята, мы вас всех сильно... Где он делся? Я думаю, вы уже поняли, что нельзя ничего такого делать, потому что это полная фигня, он уже убежал. И самое главное, он одел их второй раз, сам только что... Опять же, его искать. Извиньтесь. Сейчас пройдемся, ребята, если мы его сейчас не находим, мы заканчиваем видео и... Ну, ребята, в общем, если что-то с вами будет происходить еще. Не идите, просто сблизьтесь, вы очень далеко от камеры. Мы вам обязательно опять начнем следующее видео. Где его искать? Следите за всеми нашими видосами, чтобы узнать что-нибудь интересное, потому что происходит полная какая-то фигня. Это просто капец. Смотрите. Боже, какой он страшный. Офигеть, это очень страшно. Ё-моё, Димон, иди сюда! Я дерево, не трогай, я дерево! Бред какой-то. Ты умрёшь! Да. Что делать? В общем, ребята, мы всех сильно очень любим, очень целуем и обнимаем. Подойди чуть-чуть назад. В общем, если что-то произойдет, мы... Обязательно. Выйдет новое видео. Да. Мы всех сильно очень любим, целуем и обнимаем. Поскольку мы девочки, нам сейчас очень тяжело побежать. Следите за нами, мы вас любим. Понимаем. Всем пока, очень любим, пока-пока.